28 октября 2018 год, Харьков, Фельдман Экопарк. Салют. Матерь Божья, какие же они огромные. У верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Да, кораблики, пустыня, двухпалубная. Что такое? Ножка чешется. Да, вспоминается, чтоб там люди не говорили, а пить все-таки хочется. А я? Какой огромный. Да, как на них еще катаются. Это надо себя заставить. На такую громадину забраться. Верблюд два горбы або бактриан. Бактриан. Звучит как научная степень. Как сюда эти камешки приперли-то? На верблюдах деревья сетками обернули, чтобы не обожрали. Ладно, посмотрим, что дальше. Да, сколько лет и все время реконструкция, достраивается, расстраивается. А, вон еще верблюдики. Вон верблюд. А он какой красивый дракончик. Посмотри, откуда же у него со всех сторон. Ну, про единорогов я слышал. Его ему три рога, у него или четыре. Не вижу четвертого. Прям как герб Украины, трезубец. А, вон он. Сколько же у тебя ресурсов на их содержание не сидит, да? Надо же. Так ты посмотри, как его... Медуза горгона какая-то, а не баран. Вместо волос рога у этой медузы. Птичий двор уже был. Тут у нас косуля. Thank you.
Ну да, птицы мирненько друг с другом сосуществуют. Да. Ну то радио так радио. Какой такой павлин малый. При хорошем ветре, наверное, и направление движения заставляет оленя менять. Так, обезьянки были. Туда проигрывайся. Цапля. Павиан або бабуин. Как многого я еще не знаю о зоологии. Тварина можно завдать и травму. Но сначала, может, мы попробуем разглядеть. Да. Звичайно, на сухо. Шука? Не, на сухо. Вон. Маленькая. Пойдем к следующему. Диадок энд кэт. Да, то ли не проснулись многие, то ли уже в спячку впали. О, вон она, наша красавица. Ягуар. Не видно, да? Облизывает, ухаживает. Вы мои золотые. Вот это настоящая семья. Ну а здесь волк. Дрыхнет. Ну правильно. Почему нет? О, красавец какой бродит. Оцелот. А где ж ты оцелот? А, вон он. Нет, без шансов, да? Ну, в общем, не будем тревожить.
когда он у нас экземплярчик какой. Сейчас мы поближе к тебе подберемся. Ну что, ловит? Да, красавец. Зря куртку одел. Здесь все спят. Сейчас мы к тебе ближе подберемся. Тигр амурский. Ну куда ж ты сбегаешь-то? Решил, что он не фотогеничен. Нет. Золотой. Давай, давай. Прямо под музыку. Да, это уже Хэллоуин. This is how we everybody makes a joke or two till the neighbors go.